Друзья, всем привет! С вами Анна, канал Brick Lady, и сегодня я вам покажу, как я строю Лемона-демона из игры Friday Night Funkin. Ну а вы поддерживайте лайком, комментом, мне будет очень приятно. А сейчас я вам расскажу немного о монстре. Он выглядит как демоническое гуманоидное существо с телом, в основном состоящих из черных каракулей, кроме шеи, которая вместо этого имеет фиолетово-розовый цвет. У него всего два пальца на каждой руке и ноге, его голова в форме лимона с налитыми кровью глазами и пугающими большими черными зрачками. У него всегда широко открытая улыбка, а изо рта выступают светло-розовые зубы. Кровь окрашивает корни его зубов и нижнюю часть глаз. Интересные факты. Было подтверждено, что голова монстра не является настоящим лимоном, а просто имеет форму, цвет, как у него. Монстр обладает демонической способностью изменять чье-то восприятие. Ну что ж, приятного вам просмотра. Улыбку монстра я очень долго прорабатывала и думаю, очень классно и получилось. А глаза вышли прикольно, красные колеса от поезда, и на них очень хорошо сели черные круглые диски. Выглядят как настоящие. Ну что, собираем нашего Лемона-демона, руки, ноги, и у него действительно не выглядит как каракули какие-то, но голова, конечно же, эффектная. Создаем ему микрофон, присоединяем, но в игре вроде как бы у него и нет микрофона. А, упал, ну без этого никак. Давайте вас сфотографирую, посмотрим. Впереди, сзади. В общем, мне он очень нравился, как вышел. Я его, наверное, 2-3 дня строила. Сначала голова, а потом все тело. И поместим его в большой Лего-сити город. Ну что ж, на этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрели его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Всем спасибо, всем пока!